Здравствуйте, дорогие друзья. Раз, рад вас приветствовать. Давайте собирайтесь, собирайтесь. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». К этому вы уже привыкли. Вот пошли комментарии. Сейчас я с вами буду здороваться. «Гонопольская правда» – это дайджест новостей и мнений о том, что происходило, происходит. Новости, мнения, стихи которые вы полюбили. Когда у нас была зум-встреча, то все, значит, давайте, давайте больше стихов, давайте больше стихов. Будет вам больше стихов. Кстати, я со стиха и начну, но очень необычного. Кстати, у меня сегодня вам будет один невероятный вопрос по поводу развития вот именно этого, вот то, где вы сейчас находитесь. Так, давайте несколько... Прочитаю сообщение. Я ничего не ел вечером, но как только я сажусь, я начинаю покашливать. Ну вот такое. Эм, э, Марк в 255 раз задает вопрос, почему вы иноагент, у вас же украинское гражданство. Вы пробовали выйти из российского гражданства? Вы знаете, что никого не убирают из российского гражданства? Хватит уже этих вопросов. Я 150 раз объяснял. Приветствую из Питера, из Минска. С любовью и благодарностью. Спасибо вам большое. Привет из Базеля. Красивый город. Новороссийск приветствует всех. Добрый вечер из Домодедова. Тихо и всем ночи. Ростислав Мельников. В феврале будут интересные события. Боже мой. Вот, Галя пишет. У нас не тихо. Снова бомбят Никопольский район. Привет из Филадельфии, Костя... а Сережа Костяев, Боже мой, Сергей, наконец-то. Эм, Сергей Костяев замечательно, еще когда в семнадцатом году я вел эфиры. Подобный он был здесь. Ну, по... а почему, Сережа? Напишите мне, почему вы так долго э, присоединялись ко мне? Я уже, видите, старый дед, а вас все не было. Я очень уважаю вас, и всегда мне интересно. Носки на скидночлене доб... новый тренд. Добрый вечер. Мюнхен смотрит и слушает. Израиль нежен. Бульбы в хату добрым людям. Олег Козловский, Витание ведь землячки. вашего детинства спасибо. Приветствую вас из Лос-Анджелеса. С нетерпением жду ваши эфиры, узнаю новости, слушаю замечательные стихи, наслаждаюсь общением. Спасибо вам большое. Да, дорогие друзья, вы этого человека не знали, но я знал его много лет, еще когда после студенчества, я при... это я для украинцев говорю, когда я после студенчества приехал в Киев и работал здесь в театре режиссером, то мы ездили на гастроли, ну такое вот, и у нас была такая эстрадная группа, и там был замечательный такой певец Виталий Белоножко. Ну и вот Виталий Белоножко он, к сожалению, скончался. Причем скончался на 71-м году жизни. Сейчас это не возраст. Очень хороший был человек, талантливый певец. Вот. Добрый день из Калифорнии, Матвей Юрьевич, я ваша поклонница и не пропускаю эфир. Особое спасибо за стихи, всегда так трогательно и выразительно звучащие в вашем исполнении. Ну, дальше написано. Матвей Гонопольский строгий приказ. Задонатить. Смешно. Задона... Ой, набросали. Вся Россия вас смотрит. Знаете, Оля Соколова, если бы меня смотрела вся Россия, то война бы закончилась. Убрали бы этого урода. А, Сергей Костя пишет: Матвей Ганопольский да я никуда не пропадал, часто в записи, поскольку не всегда совпадает расписание занятий. Я теперь в Дрексельском университете. Филадельфии преподаю. Ну, замечательно. Добрый вечер, Москва. Привет из Греции. Приехала дочка из Москвы. Рейс задержали на полчаса. Привет из Сюриха, Вильнюс. Вильнюс, Вильнюс. Калифорния с вами. Доброй ночи. Хорошо. Теперь все. Давайте начнем. Послушайте меня. Я вам сейчас хочу задать вопрос, после которого будет стих. Только стих очень необычный. Очень необычный. Значит, смотрите. Вы знаете, я вам говорил, что я буду развивать проекты и так далее. Там появятся сейчас некоторые проекты, о которых я говорил в Zoom. Поэтому я их сейчас не буду светить. Но я хочу вам вот что сказать. Вот смотрите: я веду эту передачу в 11 вечера. А что вы думаете по поводу? такой же передачи, дополнительно дневной. Значит, смотрите. Ну, то есть такая же передача, где я рассказываю новости и прочее, прочее. Смотрите, что вы, конечно же, сейчас сделаете. Вы скажете, это прекрасно, это чудесно, это замечательно. Но, вот вы знаете, мы с вами собираем приблизительно 5000 зрителей. Так? И это хорошая цифра. А если я буду делать, то есть гонопольский утренний и гонопольский вечерний, то возникает вопрос, наберем ли мы достаточно зрителей, и есть ли у зрителей желание, например, смотреть утро. Понимаете? То есть это, это, опять же, без гостей, это без гостей, это... Вот такой эфир, как это, то есть клон этого эфира. Там будут какие-то изменения и так далее. Дело не в этом, но просто мы делаем линейку, например. Вот в какое... Видите, вот Светлана Якубова смы, с, э, говорит, это проблематично, на работе сложно вас внимательно слушать, но вы можете в течение дня меня послушать. Понимаете? почему у вас реклама, она мешает ваш эфир смотреть? Или я отписываюсь с последствиями? Если не объясните, грипп 2023. Ну, ставьте меня на свое удовольствие, и я с большим наслаждением буду получать от вас баблишко, и тогда не будет реклама. Фразу «Если вы хотите отписаться, то отписывайтесь». Я или я отписываюсь с последствием. Она мешает ваш эфир смотреть, да, действительно, да. Ваша тетка из Чикаго, 2 часа дня. С дневным эфиром могут быть проблемы, у Плющева так было. А что, у Плющева был, нет, у Плющева утренний эфир, утренний, у него всегда утренний эфир. Но я не могу делать утренний эфир, как у него. У меня... Э, он... Э, смотрите, он ведь заканчивает во сколько, да? Это вот я, например, знаю, что в час дня очень хорошо идет. Мы с вами знаем, что в 16 часов хорошо идет. Понимаете? Я, Валентин... И Вагненко пишет, в 5 утра желательно. Конечно, конечно, да. Не нужно клона. В Тбилиси один час ночи, все равно смотрю. Плющев. Плющев, напиши, пожалуйста, свой совет. Я хотел вот такую вот же штуку сделать только днем. Во-первых, я тебя люблю и целую. И еще раз подчеркиваю, что Великий Плющев надавал мне замечательных советов, благодаря которых я влачу, но все-таки влачу существование. Вот я хотел бы, поскольку я ушел с утра февраля, и у меня есть силы и здоровье, я хотел бы сделать, ну вот как, гонопольский вечерний и гонопольский утренний. Но утренний не как у тебя, вот там до 11, а в какое-то дневное время. Понимаешь, да? Ты считаешь это правильно или неправильно? Обязательно мне напиши. С 8 до 10 привык, плюще, в остальное время рад. <свят> сомнительный комплимент. Вечером перед сном Матвей лучше снотворного. Это очень сомнительный комплимент. С 13 до 14 в обед совместим приятное с полезной. Вот мне очень много пишут, что с 13 до 14, но понимаете, вы можете, естественно, смотреть это в записи. Скрипочка, а как мы будем точно знать, что это вы, а не дигитальный разум? Это не важно, лишь бы деньги мне шли. Передача КС у Саши была в 14, у нее были плохие просмотры. Если в это время днем будут идти интересные передачи, то не наберете. В 12 МСК окно, хотя вас на эхе курников повторяет. Ну, в общем, 13 часов оптимально. 9-10 утра за кофе с утренней сводкой и наставлениями на день. Идея хорошая. Значит, ну вот сейчас посмотрим, что мне напишет. Это такое, я закидываю Полина Кухра днем хорошо, потому что днем нет прямых. Хорошего человека приятно смотреть, слушать в любое время. Два часа дня, обязательно утром. Ну, что такое утро? Я же не могу с Плющевым соревноваться. Вы понимаете? У него там гости один за другим, один за другим. Он все выжива, выжимает. <как> вот, Саша пишет: на мой взгляд, день 10-16 Киева. Гиблое время. Гиблое время. А может быть, например, 17 Саша. Помнишь, у нас начиналась линейка особое мнение в 17 часов. Понимаешь, в чем дело? А пенсионеры будут дважды одно и то же слушать трижды. Так, я за. Почему ушли с утра февраля? Жаль. Ну, все бывает. Не всегда удается вечерний посмотреть, в любое время суток. Я все понимаю. Днем на работе, вечером хотелось бы на час раньше. Юрьевич, как вас смотрит из разных стран? Не угадайте, делайте как удобно. Лео Брон пишет. Давайте в рабочий полдень. <laughs> Плющев, тут тебя целуют. Вы понимаете? 17 часов – это уже не утро, извините. Ну, я понимаю. 18, не, ну 18 это уже эфир дождя в 15-14 по Киеву. Лучше вам до этого. Так, не-не-не, один день утренний Гонопольский, один день вечерний. Хорошо. Послушайте, я посмотрел то, что вы сказали. Теперь давайте, собственно, перейдем, а, перейдем к, нашим, к нашим делам. Все, 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 все. Подумаем, 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 что происходит. Так, теперь давайте начнем. Я сказал, что мы начнем со стихов но это совершенно, совершенно необычные стихи. Ну, совсем. Совсем. Сейчас я войду. Значит, смотрите. Сегодня был суд над Женей Беркович. И судья судья опять оставил их в СИЗО. Женя Беркович и Светлана Петричук. Вы помните, да? За то, что они переклеили ценники. Я вам сейчас прочитаю стих удивительный. Да, суд палачей, Ирина. Да, суд палачей. Это совершенно удивительно. Это выложила Ксения Ларина. Они не клеили ценники. Аж, подождите. А, они поставили пьесу. Все правильно. Саша, спасибо большое. Извини. Послушайте, она выступила с последним словом, очередным, в стихах. Можете себе представить? Последнее слово Жени Беркович. Сегодня в стихах. Восемь месяцев невиновные молодые женщины сидят в тюрьме. И нет никакого просвета вообще. Лариса Чайка, я боюсь, что вы нас покинете. Ваша честь, я должна констатировать, все действительно так и есть. Тут и нечего дискутировать, и наши аргументы и правда всегда похожи, потому что от следствия каждый раз мы слышим один набор из формальных фраз и, естественно, отвечаем одно и то же, все продолжает повторяться и повторяться. Я уже не знаю, за что мне браться и как нам драться, написать речь и спеть ее на бурятском, продавать в ней рекламные интеграции. Каждый раз, когда нас со Светой везут сюда, мы надеемся, но что-то никак пока. Как граждане мы рассчитываем на час суда, но каждый раз получается день сурка. На один вопрос существует один ответ, и мы его даем иногда по видео, иногда как сейчас вживую. Про возможность скрыться, которой нет, про давление на свидетелей, которых не существует, и про то, что из дома с браслетом я никуда не убегу. Я в этой драме в любом случае до финала. И продолжить преступную деятельность я по-прежнему не могу, потому что я ее в принципе и не начинал. Я в России под следствием от его сетей. Мне всем желание никуда не деться. У меня по-прежнему двое больных детей, которых снова лишают детства. 16 лет домов – это на двоих. И вот, наконец, дом, безопасность, мама. Можно же мучать меня и не мучать их? Просто не мучать – это уже немало. У меня все то же жилье в Москве, и прописка та же, и адрес запомнить просто. Вот только бабушки, до ареста их было две, теперь одна, через месяц ей девяносто. Я надеюсь, будет. И следствие все еще ничего не смогло нарыть, несмотря на все ресурсы и все возможности. И по-прежнему никто не спешит закрыть это наше дело особой сложности. Это дело мертвое. Все, его песня спета. Его не спасти экспертизой, допросом, словом. Слышите, за девять месяцев можно было родить целиком эксперта, и он бы вышел вполне готовым. Может, уже закончить с публичной поркой? Мы не в 80-х и за окнами не бараки. Разница между следствием и разборкой в том, чтобы доказать, а не наказать. Но следствие довольно, так все легко устроив. Удобно же, дело не движется, мы сидим, это стратегия для реально крутых героев. Противник не вышел на поле, значит, не победим. Ваша честь, мы не сами выбрали этот путь, и нашу дорогу не назовешь комфортной. Понимаете, когда неизменна суть, художнику остается работать с формой, а суть не изменится, здесь не может быть разных сутей. Это вам скажет любой ребенок, неважно чей. Как граждане, мы рассчитываем на справедливых судей. Еще немножко рано для палачей. Но я все еще верю, что вы не один из них, что для вас это тоже серьезный и честный выбор. И раз он зачем-то у вас возник, то значит, и мы все еще можем ждать сюрпризов. Я сейчас закончу. У меня нет четырех томов. К сожалению, нет даже двух тетрадок, но если нет надежды на выбор слов, остается сделать ставку на их порядок. В конце концов, наступил Новый год, прилетел дракон, ни паук, ни червяк, ни немая рыба. Я прошу вас, вспомните про чудо и про закон. Это почти синонимы. У меня все. Спасибо. Охренеть! Охренеть! Я вам хочу сказать честно, я же, я же, Макар Большаков, вот меня радуют такие фразы, красиво, но бессмысленно метание бисера перед свиньями. Макар, вы знаете, многие люди, во-первых, я не понимаю, зачем вы это написали, чтобы сказать, что все бессмысленно. Ну, как сказать? А вот Глория, звезда, написала, она пишет не для судей. Понимаете? И это стихотворение, во-первых, это стихотворение. Во-вторых, как граждане мы рассчитываем на справедливых судей, еще немножко рано для палачей. Прилетел дракон, ни паук, ни червяк, ни немая рыба. Я прошу вас вспомнить про чудо и про закон. Это почти синонимы. У меня все. Спасибо. Я хочу вам сказать, что э, я вам каждый день читаю стихи, и не один стих. Я совершенно не знал этих двух девочек. И, ну, вы понимаете, я оторван. И, наверное, бы уже не знал. Наверное, бы не знал, если бы у них было все в порядке. Какое мне дело до каких-то спектаклей. Но это, конечно, нечто. Это, конечно, нечто. Переходим к новостям. Пишет Медуза. Да, Ольга Литвак абсолютно правильно пишет. Это останется в вечности, как стихи Ахматовой и Цветаевой. Понимаете, в чем дело? Это... Ну, это, знаете, вот как разговор поэта с цензором. Да, Александр Гиряков, это войдет в историю юриспруденции. Да. Да. По сути, вот знаете, я вам даже так скажу, это на уровне греческой, древнегреческой трагедии. Это Софокл, Перикл. Знаете почему? Потому что она нарисовала образ узилища, если говорить словами Проханова где ее бессмысленно держат. Просто, беззаконно, бессмысленно, в то время как там дети и умирают родственники. Я думаю, что это на уровне, простите меня, такой. Это даже, ну, в общем, короче говоря, мне надо еще это как-то пережить. Теперь разные новости. Давайте поймем, что происходит. Ну, во-первых, я просил бы вас посмотреть, подписаны ли вы, и в обязательном порядке поставить лайки. Поставьте, пожалуйста. Пишет Медуза. Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП. Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Это прогноз э, Блумберга. Идем дальше. Много сегодня. А, я буду чередовать новости, потому что а, а, вы знаете, заморожен Подольск. Все вот это я вам показывал очень смешно. Пишет телеграм-канал «Хмурое утро». Это не смешно, это очень смешно. Всего две недели назад премии Московской области удостоен город Подольск в номинации «Эффективное управление ресурсами», а сама премия называется «Прорыв года». Вот у них прорыв года. пишет Иван Талачев. Сегодня очень много интересных фраз. Смешно. Тут в реплаях пишут, что Путина люди не выбирали, что его никто не выбирал. Ну, вот и усвойте, если у вас президент в стране от сырости завелся, со временем из магазинов начнут продавать, пропадать товары, которым привыкли вы и ваша кошечка и собачоночка. Да, никто его не выбирал. Сегодня очень важный момент. Сегодня восторжествовала справедливость по отношению к великому художнику в самом широком смысле этого слова – к человеку, который еще в советские времена, я еще был школьником, я посмотрел, я посмотрел два его фильма, я вообще не понимал, как вообще это все сделано, который после этого испытал гонения и и в общем был выкинут на помойку, в то время как это на уровне самых великих режиссеров нашей современности. Читаю новость. Национальная комиссия по реабилитации в Украине реабилитировала советского кинорежиссера Сергея Параджанова, осужденного 50 лет назад за гомосексуализм. Решение о реабилитации Параджанова, как уточнил глава этой комиссии, были приняты еще 20 декабря прошлого года. В решении Нацкомиссии говорится, что после подробного анализа уголовного дела режиссера и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения Параджанова. Благодаря работникам Нацкомиссии по реабилитации «Историческая правда побеждает забвение и репрессии», а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные резонансные дела украинских резид... диссидентов, судимых в СССР, как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным делам. Ну, те незабытых предков, может быть, вы видели, это великое кино, это странным образом, которое во многом после Довженко создало украинский кинематограф. Да, у Параджанова сегодня был день рождения. И это, во-первых. А во-вторых, в советское время вдруг выяснилось, что в одном из кинотеатров будет тайный показ его нового фильма. По сути, насколько я понимаю, это последнего, последнего его фильма перед посадкой. Короче говоря, это был фильм «Цвет граната». Это такая, такой символизм, невероятное кино. Я его еле выдержал, но потом я стал читать Параджанова, и я понял, как он как он устроен. В общем, короче говоря, восторжествовала справедливость. По сути, они убили художника. Ну да, оно было... Но вы знаете, между прочим, я хочу вам сказать, что когда его посадили, была невероятная кампания по его освобождению. В Советский Союз приезжали и мировые режиссеры, кинорежиссеры, актеры, которые писали письма с обращениями. Они встречались с советским руководством с просьбой освободить, дать ему уехать и так далее. Нет. Нет. Это вот было что-то такое путинское, когда сиди и все. Великий человек, армянин, который жил в Грузии и знаете его знаменитая фотография, где он летит, и который фактически возродил э, украинский кинематограф. Радио Свобода выяснило, что человек, который подписал сертификат о подлинности и мощи святого Николая, подаренных владельцем клуба «Мутабор» Даниловым российскому храму в оправдании за голую вечеринку, с 2015 года не работает выдавший документ епархии. Арму Армо пишет: вот прямо в эту минуту на первом идет этот фильм. Хорошо. То есть, понимаете, да, ему надо отмыть свой клуб. Значит, певец передает свои деньги куда-то там, этим знам, а он дарит подлинные мощи святого Николая. Откуда у него? Выясняется, что этот чувак, который выдал документы о их подлинности, с 15 -го года не работает выдавший документ епархии. Это Россия. Теперь тайная встреча. Ой, спасибо большое. Некто э, купил чашку кофе. Спасибо вам большое. Посла... Следуйте его примеру. словам нескольких источников агентства Bloomberg это то, что у меня в заголовке. 16 декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга. Целью встречи была попытка заручиться поддержкой условий Киева по проведению мирных переговоров с Россией. Секретную встречу сделали ради более свободного и откровенного обсуждения так называемой «формулы мира для Украины» и планов по продвижению этого процесса вперед, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем, пояснили собеседники агентства. Однако это не сильно помогло. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с ходом заседаний, которые попросили сохранить анонимность, встреча прогресса не принесла. Собеседники агентства утверждают, что Украина и ее союзники по Большой Семерке и ее союзники по Большой Семерке продолжают сопротивляться призывам стран глобального юга напрямую взаимодействовать с Россией. Ну, они там отметили территориальную целостность Украины и так далее. Почему я считаю, что это правильно и хорошо подобная встреча? Потому что надо разговаривать со своими сторонниками. Там же не было России. Важно важно, когда происходят разговоры, не переговоры, а разговоры. Павианова Маша пишет, помню эфир, где вас чашками закидали, круто было. Ну, понимаете, не все коту масленица. Министр иностранных дел Украины Кулеба надеется, что в ходе заседания Совета Украины НАТО, вы знаете, что Зеленский попросил заседание это э, по поводу вот эти вот этой бомбардировки, которая была перед Новым годом, после Нового года еще одна, которая была южнее. Но <coughs> да, Глория Звезда, вы абсолютно правы. Любые разговоры лучше войны. Э, в среду на этой неделе. Киев получит от, он надеется, кулеба, что Киев получит от Запада новые гарантии быстрого усиления его противовоздушной обороны, сказал издание ⁇ Политика ⁇ глава украинского Мид. Самое главное, мы ожидаем, что встреча приведет к принятию критически важных решений о дальнейшем укреплении возможностей Украины в области ПВО. Ну, тяжелая ситуация. Неожиданно. Очень ярко, и это знают те ребята, которые смотрят меня из Соединенных Штатов или из Европы, которые интересуются американской политикой. Очень резко выступала Ники Хейли. Я напомню, что Ники Хейли – это республиканка, которая там она набирает, набирает. У нее, конечно, гигантский разрыв с Трампом. Но если Верховный суд Соединенных Штатов куда подал Трамп свою жалобу, что ему там не дают участвовать в праймерис и так далее. Если они все-таки признают его виновным и запретят, он выбывает из президентской гонки. И тогда, Мария Корничук, спасибо вам большое, и тогда э -э -э, другого кандидата нет. И тогда появляется на небосклоне Ники Хейли. Кто такая Ники Хейли? Ну, вы можете посмотреть в энциклопедии, а я вам хочу прочитать ее заявление. Она давала интервью Fox News. Ну, естественно, республиканский канал. Первое. Россия не ограничится с Украиной. Это главный тезис. Второе. После Украины Россия нападет на страны Балтии и Польши. Третье. Америке придется ответить. Четвертое. Это будет означать глобальную войну. Пятое. Поэтому помощь Украине – это не разжигание, а предотвращение еще большей войны. Очень простые пять пунктов, которые, однако, многие почему-то не в состоянии понять. Ну, это профессор Преображенский написал. Нет, на самом деле все понимают, но, так сказать, вы понимаете, есть политические какие-то. Это я потом прочитаю. Ну, в России, как вы знаете, все хорошо, но есть нюансы. Это в интернете всегда так пишут, но есть нюансы. Я вот не знаю почему, я вам это прочитаю, но я не понимаю, почему так. К концу 2023 года россияне начали активно интересоваться возможностью получения иностранного гражданства. С чего бы это? Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов в Яндексе. На протяжении последних трех месяцев 2023 года количество поисковых запросов ⁇ Иностранное гражданство ⁇ в Яндексе от пользователей из России не опускалось ниже. 94 тысяч за месяц. Пиковое значение 134 832 запроса. Это ноябрь. Это максимальный показатель с начала войны. Ранее всплеск интереса наблюдался в декабре 22 года. О, блин. Глория Звезда пишет С-300 по Харькову. Ну да, они, так сказать, своим занимаются. Ну, вот чего это они все интересуются иностранным гражданством? Непонятно. Я завтра вам покажу аудио, но сегодня... Сашенька, спасибо тебе большое. Он ждет вас в брекфест-шоу 8 часов по Киеву. Тут произошла одна скандальная вещь, друзья. Значит, русская служба BBC рассказала, что известный сербский наемник, про российский наемник, Диан Берич, который недавно стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах и который занимается вербовкой сербов в российскую армию, пожаловался на Командование 119-го парашютно-десантного полка, куда этих наемников определили служить. В видеообращении сказано, что отношение к сербам в полку очень плохое. Командиры полка называют их цыганами, и сербы не понимают, зачем они приехали в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Вот Леопольд Дора говорит: видел его видео ну. Я вам завтра покажу. Он сам говорит, он по-русски говорит неплохо. Понимаете, в чем дело? Они приехали воевать, убивать украинцев, сербы, за деньгами, наемники. Но великие русские называют их цыганами унижают. Глория пишет, Наки его показывал. Это замечательно. Раз Наки показал, то мне показывать или не надо его показывать? Просто объясните мне, Глория. Просто означает ли показ у Наки то, что вопрос закрыт? Для меня нет. Вот Американцы, они ведь очень-очень разные, и у них иногда такие дикие идеи. Ну вот мы с вами видели ту кандидатшу, есть другая, невероятная. Александрия, или Александрия я так думаю, Окасио Кортес, красивая такая женщина, потрясающая. Прямо киноактриса. Она социалистка из Палаты представителей рассудила, что лучшим решением миграционной проблемы будет не защита границ от людей, которые нарушают законодательство США, а массовая раздача преступникам американского гражданства. Просто раздать. По методу Александрии Акасио Кортес можно победить все виды насильственных преступлений, достаточно узаконить насилие. Сильно. Вот такое приложение. Это она в телевизионном интервью сказала. Ну, вчера я вам еще говорил. Да, я знаю, Женя Миронов, наверное. Я видел видео, где украинскому таксисту ответил по поляк, поляка, это вроде как кипиш. Это такая серьезная была история, потому что поляки считают украинцев по наехавшим тут. Не все. Но тем не менее, такое есть. Потому что они забирают работу, ну, как в России понаехали тут. Значит, вчера я вам говорил об очень важной истории. Парламент Южной Кореи проголосовал за закон, запрещающий разведение и убой собак с целью потребления их мяса в пищу. Это такая история понимаете, это, ну, я не знаю, это как в России что запретить? Пельмени. Ну, в общем, короче говоря, это у них была такая традиция и, ну, так сказать, не знаю. Вот. То есть я считаю, что это правильно, потому что собачка это, ну, они ели собачки. Но нельзя выпускать Samsung, LG, Kia, Hyundai и прочее, и прочее, и кушать собачек. Не, не, не получается. <coughs> Пармезан Плис спрашивает, младенец в сугробе, что думаете, Матвей Юрьевич? Ну, вы, наверное, видели это видео. Я не считал это особой новостью, потому что оно идет логично в, так сказать, России, ну, логично по-российски. Значит, мужчина стоит, снег, <с> снег по пояс, у него младенец, и он подбрасывает младенца, и младенец падает в этот снег. Ну, естественно, мягкий снег и так далее. Что вы думаете? Следственный комитет или там Генеральная прокуратура открыли следствие по этому поводу. Хотя я даже не понимаю, какая статья. Неправильное обращение с ребенком. Просто не понимаю. Это его отец. <как> Считаю это бредом свинячим. Ребенок абсолютно не пострадал. Он был укутан во все. Ну, <как> шутка, но сядешь и за шутку. Я вам говорю, могут забрать этого ребенка, могут все, что угодно сделать. Они не знают, что им делать. У них батареи, они стоят. Дай нам тепло, Путин, спаси, я живу при минус 30. Они занимаются ребенком в сугробе. Ну, вы знаете, ужасная история, которая произошла с человеком, которого я вам часто читаю. Помните? В моем дневнике такой-то день обозначен, это поэт, писатель, эссеист и прочее-прочее, Лев Рубинштейн. Лева Рубин, Льва Рубинштейна сбила машина, он получил тяжелейшие травмы, машина не уехала, водитель сразу остановился. Я вот только не знаю, нигде не написано, он переходил улицу на пешеходном переходе, или так он переходил улицу, я не знаю, но он действительно получил ужасные повреждения. Его сразу доставили в не скорой помощи имени Склифосовского. Вы знаете, они занимаются такими тяжелыми историями оперативно. И они погрузили его в лечебный сон. У писателя диагностированы переломы, ушибы, черепно-мозговая травма. Ну и все, все пишут, чтобы, ну, знаете, держись и такие. Есть ли какие-то новости о его состоянии? Нет. Нет. Он шел на переходе. Вот Елена Яр пишет, на переходе даже видео есть. Ну. Пусть водитель молится, чтобы он выжил. Потому что водителю сидеть и долго. Глава государства во время визита на птицефабрику, пишет профессор Преображенский, приказал уже в текущем году нарастить производство яиц и мяса птицы. Наш народ будет теперь питаться лучше, добавил он. Это вчерашняя новость из Кореи Северной о Ким Чен Ине. А вы о ком подумали? Вот замечательная история, обожаю. Обожаю. На фотографии молодой парень, ну молодой парень под 30. Это прекрасно. Усыновленный в 1993 году семьей ученых из США россиянин Роман Романов спустя 27 лет решил вернуться в Россию, поселился в Долгопрудном, пошел работать учителем английского языка. Вчера Останкинский райсуд Москвы арестовал его на два месяца по обвинению в незаконном хранении наркотиков и приготовлении к преступлению. Ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Это написала «Комсомольская правда». Понимаете, в чем дело? Вот этот вот такой юноша, вот он, видите, сидит, пьет чего-то там и не думает о своем будущем. А будущее его вполне понятно. Так вот, смотрите, в чем трюк? Мы с вами не знаем... Э хранил ли он наркотики и готовился ли к преступлению. Мы этого не знаем. Но то, что мы с вами точно знаем, что мы не доверяем правоохранительным органам. И что арестовать американского гражданина, это святое дело. Понимаете? Удивительная американская история, я вам честно скажу, я в ней не разбирался. Потому что у меня просто сил нет, но вот посмотрите на этого дяденьку. Видите такой американец. Организатор развлечений для западных высокопоставленных педофилов Джеффри Эпштейн. Тайно записывал сексуальные похождения принца Эндрю, Ричарда Брэнсона и Билла Клинтона согласно новым раскрытым документам по этому делу. Ну, не знаю, он там. Ну, в общем, это такие принц Эд, Эндрю, Брэнсон. Кстати, у Бренсона большая удача. Хочу вам сказать, не с точки зрения Эпштейна. С точки зрения моих интересов к космосу, Бренсон запустил мощнейшую ракету в сотрудничестве с НАСА, и эта ракета полетела с лунной миссией, то есть имеется в виду, там спускаемый блок. У них сейчас возникли проблемы <coughs> с этим спускаемым блоком телеметрия. Там есть какая-то проблема, но сама ракета взлетела, а это ракета Бренсона. Так что появился у нашего с вами странного человека, самого богатого в мире, конкурент. Потом появились какие-то вот в отношении этого Эпштейна, появились всякие слухи, что там есть Байден, но нет Трампа, потом, что там есть Трамп, но нет Байдена. В общем, короче говоря. Еще раз, я в этом деле не разбирался. Может быть, завтра почитаю. Поэтому посмотрите, пожалуйста, в чем смысл этого скандала. Хакасия, Абакан, телеграм-канал. Пусть говорит Хакасия. Пусть говорит. Читаю. Накипело. Муж ушел на СВО в августе добровольцем. А внимание! Совместно решили его отправить туда, в Абакане. Таких зарплат не найти, а он работал тут за 30 тысяч. Семью сложно было тянуть, поэтому решились. Это самое мудрое решение для семьи. Ну и родину надо защищать, это само собой. Я им безумно горжусь, это поступок мужчины. Но ненавижу чувство напряженности и неизвестности. Все раздражает. Поругалась в прах с его родней. Они обозлились на меня за то, что я его туда подговорила ехать. Строят мне козни, а должны поддерживать. Это, во-первых. А, во-вторых, я стала ненавидеть моих подруг, которые прячут своих мужей от защиты Родины всегда вместе с ними. Ну, я сохранил, как она это написала. Вы видите вот некоторую напряженность, да. Слушайте, невероятная история в городе Нью-Йорке. Это просто охренеть. Есть видео. В Нью-Йорке под синагогой, Нью-Йорке несколько синагог, вот синагога, обнаружили тоннель. Свят Ханенко говорит, еще 500 докиньте до минимальной нормы. Да, докиньте. Внимание. Обнаружили тоннель. Я сначала, когда начал читать, думал, что э, это тоннель для взрыва этой синагоги понимаете, да? Арабские террористы, там, который хасидские евреи прорыли, чтобы расширить здание. Сегодня ночью в Бруклинской синагоге произошли масштабные столкновения между полицией, хасидскими евреями из движения Хабат. Хабат Любавич. Городские власти пытались залить бетоном тоннель, который Хасиды прорыли, чтобы соединить синагогу с ритуальным бассейном Миквой. Вот им это нужно. По мнению местных властей, тоннели угрожали безопасности соседних построек. На месте происшествия собрались сотни постоянных прихожан синагоги. Некоторых из них пришлось вытал, вытаскивать прямо из тоннеля. Здание синагоги по, по адресу Eastern Parkway является объектом спора, ну и так далее, и так далее. А между двумя хасидскими организациями, вероятно, одна из конкурирующих групп была инициатором полицейского налета. Ну, слушайте, ну. При всем уважении к евреям, причем там такие постыдные сцены, как полиция их разгоняет, а они на полицию кидаются. Понимаете? Чудны дела твои. А, господи, Z-пропаганда надоедает россиянам Сайт Ирия. Новости. Известий комсомольской правды потеряли от 9 до 20 миллионов посетителей. Также люди отписываются от Z-каналов и так называемых военкоров. Страдают и главные пропагандисты страны. Например, рейтинг передачи Соловьева упал в полтора раза. Ну, все равно э, достаточно. Очень смешно пишет «Война до победы». Я должен это говорить серьезным лицом. Президент США Джо Байден взял под личный контроль работу котельных на Манхэттене и на Аляске. Генеральный прокурор США Мэрик Гарланд выдал ордер на арест кочегара, допустившего гидроудар на, тепло... на теплотрассе в Ситке. Американский СМЕРШ поклялся найти и покарать всех кочегаров-вредителей. Почему возникла эта пародийная история? Потому что вот факт. Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Подмосковье из Херсонской области. А дальше знаете, что он сделал? Вот этот вот президент Президент поговорил по телефону с Воробьевым и Сальдо и поручил МЧС и Россетям принимать все возможные меры для обеспечения энергоснабжения. Какой замечательный президент. Ну, охренительный. Ну, вы меня простите. Русская служба, Москва Таймс. У аэрофлота сломался восьмой самолет за пять недель. 400 человек застряли в Таиланде. Вот интересная история. Русская служба, Москов Таймс. Россиянам не дадут проголосовать на выборах президента России в недружественных странах. Ну, вы знаете, что это за недружественные страны. Пишет Владимир Рыжков. Прямое нарушение Конституции. Все граждане имеют право голоса. Долг государства обеспечить такую возможность, где бы они ни находились. Летают же вертолеты с урнами на дальние стойбища на Чукотке. Володенька, мой дорогой, россиянам, которые живут в недружественных странах, их даже за Чукчей не принимают. Юристов пишет, Путин скоро нужниками начнет заниматься. Но я вам хочу сказать, что есть люди, которые говорят о том, что все наши слухи о том, что самолеты будут падать, русские и так далее, что все это фикция. Читаю, пишет Рита Норов. Почему не работают санкции на примере Росавиации? Поговорила тут Давича с человеком, работником аэропорта в одной из азиатских стран СНГ. Речь зашла о том, что, по моему мнению, летать Росавиалиниями сейчас опасно, потому что самолеты у них без конца ломаются, и крупная катастрофа – вопрос времени. На что человек мне ответил. Это полная ерунда, по крайней мере, в том, что касается импортных самолетов. Потому что все нужные запчасти и обслуживание Россия получает через авиакомпании – Узбекистана, Кыргызстана, возможно, других стран СНГ. При этом самолетов в России полно, много новых Боингов, рейсы совершают только тоже много, только перелетов Ташкент-Москва в день нашего разговора состоялось более 20. Я не знал, 20 рейсов, представляете? И изменить ситуацию невозможно, слишком тесно связана авиация России, и этих центральноазиатских стран. Например, именно в России обучаются их летчики, проходят переподготовку и прочие подобные дела. Так что в помощи россиянам там никогда не откажут, им это просто невыгодно. Думаю, во многих других областях, помимо авиации, работают примерно такие же схемы, так что на санкции сильно надеяться не стоит. Понимаете? Это, наверное, правда, то, что говорит этот специалист. Но возникает вопрос, почему бесконечные проблемы, которых раньше не было. Глория Звезда пишет дело в отсутствии регламентного обслуживания. Ну почему? Тоже ведь, например, летит самолет в Узбекистан. Там его регламентно обслуживают. Ну, если... Ну, я не знаю, как это устроено. Ну. А последняя новость, именно как новость. Очень мне понравилось. США обсудили предоставление Украине передового оружия. Чиновники из администрации Байдена встретились для этого с представителями американских оборонных предприятий. Особое внимание было уделено дронам, системам их подавления и средствам разминирования. Именно пробелы в этих областях, по мнению чиновников США, мешают ВСУ добиться прогресса на поле боя. Тут я хочу вам пояснить. Сегодня опять же у меня был военный специалист, который... Все это дело знает, он сказал, что американцы неторопливы и не понимают ситуацию. Дело в том, что дроны буквально каждый месяц мимикрируют. Вот вы знаете, я вам вчера читал, что появились дроны с искусственным интеллектом. Ну, это не совсем искусственный интеллект, но скоро будут дроны с искусственным интеллектом. Ты намечаешь цели, он сам летит, сам уходит, сам тестирует и так далее, и в конце концов дрон-самоубийца попадает, понимаете? Ну вот, он сказал этим самым, да, а уже модификация дронов, пока они там решат их выпускать, она 20 раз изменится. Он сказал, что буквально каждый день приносит новые идеи дронов, которые мгновенно воплощаются. заголовок э, телекомпании КТВ Луч. Странно пукающий мальчик поднял на ноги врачей в Сызране. Что они делают для того, чтобы в обязательном порядке э, привлечь зрителей? Пару научных новостей. Вот если, простите, если женщина весом... 50 килограмм стоит на шпильках, то давление, которое она оказывает шпилькой, больше, чем 4-тонный э, слон. Понимаете, да, вот нога слона и нога женщины на шпилькой. 4 тонны. Ну, потому что у него широкая нога, вы понимаете. Удивительно. Очень интересно. Чувство голода ⁇ это первый элемент самодисциплины. Если вы можете контролировать что вы едите и пьете, вы можете контролировать абсолютно все. И это правда. Но это же тяжело, холодильник же рядом. Есть такая рыба, которая называется горнаяй... горнаи Это такая рыбка, где-то полметра. У которой крылья и ноги. Рыбка, которая называется горная, может плавать в воде, ходить по земле и еще летать. Я ее видел в научно-популярных программах. С ума сойти. Дубай наиболее развивающийся город в мире в девяносто первом году у них был только один небоскреб сейчас их больше 400 ну за такие бабки последний научный факт, хороший очень. Традиция загадывать желание, задувая свечи на торте. Вот простая история. Мы же с вами вот задуваем. А почему мы задуваем? Я не знал. Оказывается, эта традиция восходит к древним грекам, которые верили, что дым переносит желание на небо к богам. Задул, и вы знаете, дымок пошел. Сказал, что ты хочешь, задумал, никому не сказал. И... Замечательная традиция. Спасибо большое некоему за три чашки кофе. Ну, последнее, мне это нравится. Султан Брунея. У него самая большая коллекция в мире машин. Около семи тысяч. И стоимость этой коллекции всей 7 тысяч машин более 5 миллиардов долларов. Ну, султан Брунея, вы меня простите. Это вам не Гонопольский, который яхту желает. Стих, который знают все а написал этот стих Лев Ашанин. Замечательный. Почему вас нет на Грэме? Ну, они меня когда-то приглашали, но потом, наверное, передумали, я не знаю. Нет, там есть мои включения. Эту песню знают все. Это песня, боже мой. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира, и в тридцать пять сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тише солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов, тысячи глаз в небо глядят. Гумбы упрямо твердят, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Да, эту песню пела Тамара Миансарова. Она у меня была в Бамунде несколько раз. Была со своим сыном. Потом я уехал, а потом она уже умерла. Но потом я узнал, что у нее начался Альцгеймер не знаю, что-то там с сыном, он был не рядом с ней. И, в общем, закончила она в, в нищете и в забвении. Вот такая вот история. Хорошая профессиональная песня. Просто написано Тут говорят, а папа, а отец. Да. К сожалению, великому что есть, то есть. А, спасибо большое уважаемым 5330 зрителей, которые, как обычно, не смогли насобирать нужное количество а, лайков. А, но неважно. Пожалуйста, расскажите о моих эфирах, чтобы больше подписывалось. Тут еще я хочу вам кое-что сказать. Сейчас скажу. А, а, а что касается донатов, то либо бросьте в меня кофе, либо прошу вас, пожалуйста, там купите пару чашек кофе. Кстати, я сделаю украинский счет потому что меня смотрят в Украине, ну пусть пару гривен бросят, что там. Или станьте патронами. В субботу или в воскресенье у нас будет кулинарный эфир, где каждый должен принести свое любимое блюдо, объяснить, как оно сделано, прорекламировать его и так далее. Я буду каждый день напоминать. Поддержите, пожалуйста, мой канал, будьте активными в поддержке я вас люблю всего хорошего ну 2600 лайков обычная история такое впечатление что стихи написаны в наше время в наши такие стихи не не, не будут писаться потому что а, сядете спасибо вам большое я вас люблю